Дорогие родители, если вы пришли ко мне на игру, помните, что задача тренера – тренировать, судьи – судить, а моя – играть. Уважайте судью, он тоже человек и может ошибаться. Уважайте моего тренера. Это очень важно для меня. Мой тренер здесь, чтобы помочь нам. Пусть тренер будет единственным, кто дает советы. Не оскорбляйте соперника, они такие же дети, как и я. Я силен, когда моя команда имеет поддержку. Поддержите всех моих товарищей, так вы поддержите меня. Спасибо за то, что вы поддерживаете меня, когда я играю. Сохраняйте спокойствие, когда я играю. Если вы нервничаете, то я тоже нервничаю. Вы волнуетесь, и я тоже. Когда я играю, не кричите на меня. Вы сбиваете меня с толку. Я чувствую смущение и стыд. Когда вы улыбаетесь, я чувствую себя счастливым. Радуйтесь и получайте удовольствие, когда наблюдаете, как я играю. Помните то, что есть право на ошибку. Знаете, что я всегда делаю все возможное. Проиграть – это не трагедия. После матча просто спросите, что мне понравилось. Я сам знаю, когда играю плохо. Помните, это просто игра. Если вы действительно хотите для меня лучшего, будьте спокойны и наслаждайтесь игрой.